Щербакульский полумарафон, он и является как раз той точкой, которая определяет и функциональное состояние спортсмена, и на какой результат он может бежать на большом марафоне. Поэтому могу сказать большое спасибо организаторам Щербакульского полумарафона, то, что они эту традицию выдержали. Соперников, да, они их очень много, то есть все сильные. Есть стимул бежать, то есть с кем бежать, то есть нет такого, чтобы одному выбегать и бежать всю дистанцию. На удивление легко пробежалось, хорошая погода, не жарко, самое то для бега. Все наши друзья бежали все вместе, борцы тоже. И эти, ну, в одном селе мы живем, тоже вместе бежали. С сестрой своей тоже встретились потом, она меня погнала. Конечно, дистанция была, мне было впечатляющая. Я готовилась в июне, бегала чуть-чуть, но пробежала... Ну, почти, наверное, где-то за 30 человек я прибежала. Время у меня 16:45. Я первый раз здесь бегаю. Так принимала участие вот здесь, на стадионе «Факелы», в спартакиаде школьников. Сейчас чувствую победу, надежду и все. Успеха вашей команды сегодня был? В нем. Дети. Всегда, как дети выступят, так и будет. Ну, он держался, молодец. Тебе понравилось бежать? Да. Как готовился? Бегал по стадиону каждый день. Вы вообще спортивная семья? Ну, мы выступаем уже. Ему было 4 года. Первый раз на марафоне. Монитор, где встроен GPS, он мне показывает примерно скорость, с которой я бегу на каждый километр. И она была плюс-минус 2 секунды постоянной. То есть я бежал в одном темпе, а мои соперники, получается, что отстали. Ощущения хорошие. Это как прикидка перед основным стартом, как всегда. Вот Щербакульский полумарафон. Сегодня как погода такая вот
не сильно жарко, но тем не менее ветрено. Единственное, вот на дальнем развороте достаточно сложно было бежать в горку. We'll be right back.